Сейчас на старте. Все на старте, да. Вот это Ars Pro Toto вышел второй номер в 2018 году. Вы можете его выписывать, в общем-то, бесплатно. Он бесплатный журнал для любителей живописи. Что хотела сказать? Я уже читала о первой странице Хенри ван де Вельде. Я уже читала, вам показывала. Потом здесь тоже показывают, как мебель раньше делали. For Abend des Bauhauses. Вот читали чертежи, как нужно делать мебель. То, что в наше время, например, мебель делать очень сложно, не могут найти для обучения молодежи. Не могут найти людей, которые бы умели, грамотные были в математике, соображали быстро и в измерениях. В общем, многие предприятия не хотят обучать молодежь, потому что очень сложно, можно сказать, все нервы, пока им объяснишь, все нервы истрепишь. И вот поэтому некоторые даже не хотят за это браться, потому что им самим нужно работать, производить мебель и деньги делать на пропитание, на жилье. А еще тут их обучать нужно бесплатно. И не каждый может обучать в Германии. Нужно иметь права на обучение, надо иметь название мастер, например, тишлер. А это звание мастер только ты получишь, если обучишься, и это стоит больших денег, почти 10 тысяч стоит это звание, и немногие могут позволить этому и не сдают на эти права мастер. И вот посмотрите, какая раньше была мебель. Вот это заколка для волос. Подсвечник. Ковер. Шёнер вонен. Вот какие дома строились. Дом фон Генри. Да, вот столик. Генри фон де Вельде. Und seine Familie vor der Südseite von Haus Höhe Barillen. In Weimar Eringsdorf 1912. Симпатичный домик, где он жил. Найди покурять, да, подлит. Вот видите, какая из дуба. Крепко. А вот уже модная мебель, диван разноцветный, patchwork. Очень понравился мне этот диван. Видите, вот картина. Три D-димензионные трубы разные. Вот лестница какая. Здесь
из этого журнала Im Zeichen der Fliege. Ein Stillleben von Balthasar von der Aast kehrt nach Aachen zurück. Вот какой композиция цветов с вазой и еще виноград. Композиция, можно сказать, композиция Бальтхазар ван де Аст Блумен in einer Wandli-Vase 1652-1630. Дипломатии und Drachenschale. Drachenschale. Это как что-то типа золота сделано. Die Stunde der Matrosen. И хотела бы читать. Der Sammler Franz Josef Weigand, alles über Max Leopold Albert Weisgerber und Hans Fuhrmann mit der Übernahme der Privatsammlung Kohl Weigand beginnt die Geschichte der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz. Lander Portrait Saarland. Вот. У моря раньше как отдыхали в белых платьях. Никто в купальниках не ходил раньше. Закрыто было все. Да, мужчины еще в пиджаках. Альберт Вайскербер, Штранд auf Norderney, 1910. Saarland Museum, Saarbrücken, Moderna Galerie. Kindererziehung gehörte um 1900 nicht unbedingt zu den Aufgaben von Vätern. Doch Heinrich Kohl 1873 bis 1936 Bankdirektor aus der Pfalz hatte Interesse an der Erziehung seiner Söhne und machte sie mit seinen Leidenschaften und seinem Jugendfreund Max Slevogt bekannt. Mit Erfolg, der er in Ludwigshafen geborene Sohn Franz Josef 1900 bis 1972 ließ sich von der Begeisterung des Vaters für die Kunst und für dessen Künstlerfreund ausstrecken. Schon als Jugendlicher assistierte er Max Slevogt an der Druckerpresse, betätigte sich als Materialbeschaffer
für den Künstler und richtete ihn Ausstellungen aus. Bankdirektor Heinrich Kohl begeisterte den Sohn jedoch nicht nur für die Kunst. Er vermittelte ihn auch die Grundbedingungen erfolgreichen Sammelns, Wissen, Konzentrationen. Und Hans Josef Kohl machte eine Banklehre und